Так, браво, но свою позицию здесь написал, да? Да. То есть вы совсем рядом с их. Ну, так они с ним Или мы могут вместе выступить, все? а западные не дойдут, поэтому... А, мы все вместе. А что вы респ где-то поставили, браво, или это высадка? Это не респ, это там, где мы высадимся. А что, мы сфатовцы? Ну, оттуда всем заходить и нужно, чтобы зеленые в жопу не зашли. Да. Да, альфа так вот. Сейчас бы двумя отделениями укрепрайон в городе штурмовать. Не, а пусть за зеленые тогда посматривают там на запад, не на юг. Там же альфа. А выходить вообще кто-нибудь может? Зеленые, которые стартуют на западе. А красные сидят в триггере и ни хрена не могут. И попрячутся. Ну, ребят, кинул метку на РЛС. В зеленках разных. Да, вот так лучше сделаем. Альфа с юга пойдет. А, с юга? Да, только в этом смотрите вау, потому что оттуда примерно будут как раз зеленые ехать. Они могут через север поехать. Путь короче. Через север, короче. А GPS есть у нас? Нет? У командира да, есть. Да, должно быть. Только какой GPS ты выдал? Давай через деревню Ишеди проедем, там снизу зайдем тогда. Деревня Сен, ну там могут зеленые вас встретить, это дико как-то. Да, и заметьте, там кругом еще есть окопы и укрепления некоторые. Кстати, леса очень красивые на этой карте. У них по краям зеленка густая, а внутри там они практически пустые. Вообще хорошая карта. Да, вообще офигенно. Я чернорашку ненавижу. Нормальная чернорашка. Кек. Там сильно густые места. Размер как у чернорашки примерно. Нет, это маленький, ты что гонишь? Нет, ну, по факту это чернорашка. Эх, аутис бы. Альфа, все на месте? Да-да. Все, поехали. Блин, ящик из медицины. Надо было ящик, наверное, с медициной взять. Или все взяли? Да хватит. Ну да, на трупах, на вот на своих. Ёшки. Блин, мать. Сломал машину? Да, столбы не ломаются. О, а как я оказался в кузове? Вот, сейчас колесо поставим. Посмотрите, колесо есть? Ну что это, машина есть, да? Нам как два. Как я уже ударил на этот нос. Это опасно. О, Паша, водитель. Есть канистра. Замени шину, заменяю. А, тихо, не дергай, не дергай, я заменяю уже. У нас как бы две. Браво, браво. Слушайте, вы уже поедете или не едете? Нет, мы еще не едем, ждем передоходящим. Слушай, а можете к нам подъехать, колесо одолжить? У нас тут авария случилась. Там на перекрестке второе тоже буквально... Да, буквально метров 200 от респа мы отъехали. Сейчас отъедем. Стой! Давай, парни, алло! Наше колесо надо. Понял. Он... Я выгружу. Он уже садился, ты погнал. Все, все, есть, давайте, езжайте. Хорошо начало, на хорошее начало, слушайте, вообще прекрасно. Ну, звонок, один билетик есть, машина. Меняю. Спасибо. Гейминг вообще класс, мне нравится. Есть санитар вообще?
По-моему, слотов санитара не было там вообще. А медкит попробуйте на нем применить, может он разрешил. Интересно, парень совсем ушел, сами стали. Все, мы по машине. Грузимся. Есть предложение. Какое? Взрывчатку с собой. Так. А у нас есть машина. Влетаем. Можно, кстати, да. Машина уже, кстати, такая веселая. По ней попадут один раз, и она застановится. Все на месте. Я могу пожертвовать с собой. Надеемся. Паша, сюда подойди. Загрузись в бот. Сзади есть там люди? Отойди, парень. А, сейчас, бот, сейчас, подожди. Паша, вот сюда сдай, я заберу бота. Кого-то. Назад? Назад и направо заворачивай. Да, правильно, да. Надо было сразу всю машину заминировать. Еще, прям на полосу уже. Взлетай. Во, все, нормально. Я боюсь, что вы сейчас заменили. Да все нормально. Она же активна на человеке, который ее ставил. Если ее кого-то убьют, то есть это надо в последний момент ставить взрывчатку. Поехали. Все, да? На запад идешь, дорогу увидишь, все, вдоль дорога с левой стороны у тебя должна быть. В лесочек идешь, не выходя из леса, вдоль дороги. Убитый сарай вижу. Вот, ты уже близко. Один выноси метку. Окопы тут, ё-моё. Он упарился. Как это штурмовать? Какую-то школу вижу, административное здание, окружённое окопом. Вижу отсюда макушку РВС, еще одну РВС, могу попробовать по ней дать залп. Паша, ты что, скрипт примять травы ликвидировал из нашей сборки? Какой? На примете травы. Ну, чтобы не траву примять. Ну, тут новый... А, нет, это он просто не работает. Он на всех картах работает, что ли? Здесь почему-то что-то его калечит. Блин, надо очень... Смотрите, школы могут наблюдать. Да. Проблема в том, что я не знаю, где я нахожусь, поэтому сориентироваться. Даже метку относительно. Я вижу школу, вижу РВС. Крутится две штуки. Одна ближе ко мне, другая за Паша, школу. Паша, ты скорее всего вот тут. Один династ. Короче, одна РВС горизонтальная, а другая вертикальная. Горизонтальная, которая крутится просто по оси, а другая, которая вверх-вниз, вертикальная наводки. Вижу. Убил? Ветер, ёлы-палы. Он чё, конченый, да. Укроп? Вижу наши штурмы. Северо-восточный. Короче, мы ближе к дороге подтянулись. Здесь попробуют пройти. Ты около дороги, Азданя? Я вот сейчас стреляю. Около дороги. Это на... На административном здании два тела, как понял. Два тела на административном здании. В бункере печенек, туда бы дать чего-нибудь.
Не вижу бункер. Бункер перед окопами. Ну, бункер такой песчаный. Квадратный, квадратный бункер. На дороге? Да, рядом, рядом с дорогой. Рядом с дорогой. Там где табличка этого Эверса. Так, табличку... Ёшкин матрю! Вижу. Сейчас дам. Со спины будет один. А там живой? Да, да, он. Прицельно нас попали, да, ха-ха? На нас спалили и КПХами накрыли. Че, первая помощь все равно не работает? Даже сейчас? Так. Не знаю, я выкинул ее давно, чтоб место не опять же занял. Она просто могла не работать, потому что легкий ушиб. С этого с бункера бьют. Первая помощь не работает. По-моему, нет. А, ты. А с Доник, можешь посмотреть бункер? Убил, по-моему, бункера, чувака. Слева от бункера он. Паш, ты прям близко к нему. Да, он, я знаю. Он у края, левого края, понял был? Да, хорошо. У меня откуда-то левее еще ГП шли, откуда-то левее. Тут укроп еще ГП шит. Военный. Я могу подойти вплотную, в принципе, уже туда прорваться прям быстро. Где-то бьют вас здесь. Да. А тут ничего не работает. Понятно. Короче, постелили меня, думаю, где они возьмут, а они взяли и добили. Кривая миска. Что там у нас второе? Пацаны, у вас спектатор работает? Да перезайди, чтобы роб заработал. Что-то за шкар, ради миски хорошая, вроде у меня лагает по-жесткому. При каждом выстреле. Это у тебя бытовая глючит. Почему это бытовая? Ну, у меня были такие проблемы. Там зеленые сейчас. Да нет, это уже мой компьютер выпендривается. Слабенький тут. Ребят, двоих хотел смаслить, одного спас бункер, потому что там текстура пропала. А, слушай, знаешь, чем-то не пошел? Че? Там помс валяется прямо перед ним. Да-да, помс. Помс здесь. Да, блин, если он сейчас с этой дырки зайдет, я буду бить сразу. Разве что пробежит в сторону этой лесопилки или что-то. Да, из лесопилки ему капец тогда. Так, Рома убили? Я буду резать вам за этим. Меня краб убил, получается, а? А, да, все, Рома убили. Если так еще не осталось. То, что... Кроп кончится. Да. Поясни за баланс, Кроп. Какой баланс? Сколько там осталось? Да, что не слышал, да? У тебя на каждой миске постоянно какая-то сторона. Я сделаю, наверное, человек 25. Порежу мину, добавлю в соседнюю сторону технику. То есть единственная миска, которая у тебя была с нормальным балансом, это предыдущая с котлом. Вот это просто офигенно. А остальные у тебя забыли либо в одну, либо в другую сторону перевес. По обороне окоп, техника катается баронированно, а у атаки только РПГ и медиков нету. Короче, жесть. Еще это минусы для атаки. Трудно атаковать вообще. О, Лорен заползает. Слушай, а там, я думал, реально, что там фонтон выйдет. Покрасить. Как думаете, оставлять баттер красным или нет? Думаю, да.
А, еще добавлю медик. Знаешь, как можно просто 100% за баланс принести? Нам так. Нет, зеленых триггер принести. Смотри, короче, я совместил в папке плагинцы, плагин от третьей армы и от второй. Получается, теперь у меня версия для третьей 0.98. А как у тебя? Сейчас для второй 0.92, для третьей 0.98. Да, и как не вернуть для второй совместил? Settings, плагинс, ставишь галочку на нужном плагине, который 0.92. А тот, который 0.98. Тут только один вообще 98. Ну тогда ты не поставил 0.9.2, тогда 0.9.8 удали и поставь 0.9.2. Блять, не совмещенный в одной папке, тот и тот, а ставится только на 0.9.8. Ну они в одной папке должны два DLL файла лежать, правильно? 0.9.8 и 0.9.2. Кто с Доника ранил? Снайпер. Перезайди, будет работать. Да, и приношу. Работает. Странно, что мне Вествуда не записали, я же ему пару маслин на лицо записал. Ты его дострелил, да, чтобы он там летал. А, то есть записали его тебе? Нет, мне его не записали, его никому не записали, а там в тот момент, когда ты выстрелил, пока пуля летела, он дотёк сам по себе. Ларина, ты бомбу заметил, да? Да, я же на нее лицом на пол. А, все, я думал, что ты ракуешь от бомбы на нее. Так вообще, откуда хотел? Надо было разминировать, как бисмут. Когда-то на Арарате. Профессионально тело. Не, я просто смотрю, я вижу, я вроде мину поставил, а растяжки нету у нее. Я взял, пробежал, проверил. Больше не проверял. А кто меня с маслом? Тебя на школе чуваки сняли вроде. Да, тебя со школы сняли. Там двое валяется. Тебе надо было быстро пробежать к лесопилке, наверное. У меня оттуда уже. И, скорее всего, с Доник не придет себе. Да не, он, наверное, помрет. А кто там возле него? Бисмута, это я зеленых встретил или кого? А где ты их встретил? Я думаю, в лесу, да, зеленый. Прикол. Зеленый, красный. Ну что ты, кстати, не побежал в северный Петр попытался выбить как-нибудь с кромки выйти там остаться. Да я типа пытался его найти и типа не нашел. Потом слышу, что Триксара мочит, и возвращаюсь, а там уже 4 зеленых. Я одного смаслил, а второй меня смаслил. Сейчас бы. Миски не баланс. Ладно, делать. Подождите, короче, скину потом еще все этой миски белые и порежу. Порежу. Да, режу. И переименую именно там. Ну, как военный мансир там. Да мансил. Ты сказал, что он мансит, ты на него переключился, но он без сознанки валяется. Нет, ему справа проявительно. Кто? Сейчас если убивают одного синего, не скрутится. Во, так ты еще и так ее не забалансил. Хорош, хорош. А, ты синий рубится еще? Выехал. Она еще рубанется. А. То есть, если еще один умрет, и синий, да. То все, да? Да, если двое умрет. Ну, типа, военный, я знаю, не вымирает, и все. Mm-hmm. Или даже троих надо. Уже ну, не то есть, короче. В принципе, мы уже слили. Ну, в принципе, мы слил эту миску, знаешь, кто слил эту миску укроп, когда он её делал. То есть, баланс он привёз. Элит. А где синие появили? Синие наверху. Шо? Да, ещё сзади. Окей. Миски не надо делать со старых мисок, которые тоже не работали. Какую-нибудь работу делал. Я же как-то вот её уже всё. Угу. Я, короче, беру свою старую миску, на ту скрипту выдираю, просто вставляю работу. Ворон, у тебя старая миска какая-нибудь, она уже давно отремонтирована, и она работает.
не все. Поэтому надо просто сделать какую-нибудь одну рабочую, и вот и на базе на нее хотя бы делать. А, я так и сделал на базе какой-то раз или чего-то там. Просто делает так, что делает на базе миропода. Просто беру, докатирую. Естественно, они не те же. Ну а что, в принципе, все нормально. Стрелять есть. Поставил колбасу. Можно раздарить. Там вон колбаса у тебя красно-белая дергается. А? Красиво же. Ну... Не, это от пака с РЛС. Ты же выставишь у них что-то? Серьезно, зайди в редактор, посмотри, это там же. А, то есть это вот эти три машины, это одна РЛС. Да. Единый шмат. И да. Что РЛС может обнаружить, смотря в дом? Да. Клопов выгонит. Микроволновка очень бодро так изгоняет тараканов по заверению некоторых граждан. И граждан этих тоже. Лапок тоже нет, хорошо сгоняет, не знаю. Аздоник 200. Он давно уже такой. Военный просто тоже давно. Там к нему уже нет, идет военного летать. Военного вроде добили. А, нет, он летел просто. Ползает. Блин, вблизи текстуры выглядят шикарно, а если их чуть-чуть раздавить, то они будут офигенно. Че, спектатор не работает? Ты что, идиот? Перезайди. Да он уже перезашел. Как ты думаешь, он здесь оказался? А. Не, ну можно просто, например, из пары выйти. Не знаю. Йо. Блин. А что произошло? А чё я в себя не приходил? Ну хотя бы разок бы дали бы в себе прийти. Чё а, попробуй, я ещё миска не рубил. Да что ты меня убил вообще, Аздоник? Да чё ты там бегаешь, с ГПшки стреляешь, надоел. Противный. Угу. Не, у меня спектатор даже и так не работает, походу. Ничего себе калашка там. Не, я как тут со спектатором как-то бич. Я когда миску свою делал, самую первую про Сомали, работало вообще все. И лица были черные, и спектатор работал, но только у картошки. Задницу. Почему не знаю. Установка лиц работает локально. Ее в армию. В армию 2 нельзя реализовать. В третьем. У тебя там эхо какое-то. Трёшка нельзя. Ой, двушку нельзя, трёшка. Кто, блин? С этим включённым микро. Махно, собака. К турте в окно сейчас пустим. В ванну себе пусти.